Друзья, всем привет! Сегодня у нас уже третий день пребывания на Оке. Приехали на Оку, в общем. Пробовали здесь рыбачить, пробовал на фидер ловить ночью. Так особо ничего не клевало, поэтому и не снимал. Вот, а сейчас мы идем, значит, на спиннинг. Здесь очень хорошее место есть, между трупы называется. Между трубы. Две трубы идут, и между ними очень хорошо щука ловится, окунь. И мы сейчас, в общем, пойдем попробуем половить. Я буду ловить на отводной, а ребята будут на спиннинг ловить и на живца пробовать ловить. Ладно, не будем терять времени, сейчас идем до речки. Здесь вот когда-то была затоплена вся эта территория. А сейчас уже вот много лет уровень до сюда не доходит. Вчера поймали одного язя и жерешка. И окунька маленького пробовали коптить. Блин, ребят, такая красота получилась. Сейчас вот я иду с надеждой сейчас окуней наловить и тоже закоптить. Просто сказка получается. Такая вкусная рыба. Сейчас мы уже выйдем на Оку. Ну вот мы и на берегу. Никого нет, красота. Собачка бегает хорошая, да? Айда. Айда. В общем, будем сейчас ловить рыбу. Так, здесь у меня получается отводная снасть. Отводная. Отвод, так называемый. Отводной поводок. Вот. Сейчас мы его, сейчас чуть-чуть вот подзапутался здесь. Да-да, первая рыба. Вот это окунь, ребята. Обалдеть. Колян! Ребят, ну в общем видели, да, какого окушка поймали? Вообще зачетного. Сейчас еще попробуем в этом же месте покидать. Мне кажется, здесь должен окунь стоять, не может он один здесь быть. Сейчас пробуем еще разок. Щучка! Эй! Все! Убежала! Убежала? Да! Я за краешек губы прям зацепил.
что-то тащу, ребята. Кушок, наверное. Ну да. Кошара. Друзья, ну что, такая вот рыбалка получилась. Поймали двух окушков, и щучка некрупная сошла у берега. В общем, окуня мы забрали. Сейчас мы его дома закоптим и съедим. Так что на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Все, всем пока.